А это получается процесс изготовления, да, идет? Да, привезут этот асфальт. То есть сейчас вот этот снятый слой туда закидываете, битум, соответственно, добавляется. Нет, это не снятый, это привезенный. Угу. И фактически асфальт, получается, вы здесь будете делать, да? Варить, да. И из него же, соответственно, его уже готовый везут. Готовый асфальт везут. Сюда забрасываем, греется это все в процессе. Угу. Ну, варится, так вот выразим. А зачем, если он готовый, зачем его варить? Ну, он холодный. Холодный, он окаменел. А как он уже готовый, холодный? Ну, обычно привозят же горячий. Горячий привозят, да? Нам в склад. Угу. Вот, там, ну, складирую там 20 тонн вот так, привезли только. Угу. Он застывает. Потом уже разогревается вот этой, да, штукой, да, там, по температуре. А если он уже готовый, зачем эта щебенка тогда получается туда? А он же щебенки гудрон варит его там на заводе. Ну понятно. Нет, если он уже готовый, застывший, значит там и щебенка, и гудрон получается, да, есть. А зачем еще щебенка тогда? Это не подмели просто. Это просто провели. Выжили, попалась вся. Так видите, ее же никто не закидывает. Ну понятно. Ну еще и закидывать некуда, гудрона же нет. Слой получается здесь что, он буквально там 3 сантиметра, наверное, или 4. Я не могу сказать. Ну не больше, ну сколько? Да, вот. Ой, меня не фотайте только. Не, руку. Угу. Ну и все равно сырость получается остается на самой поверхности. Маленько. Вон, вверх.